Спрашивайте, что мы привезли. Мы привезли много радости. Нам здесь уже нравится. Надеемся побывать в Пушкинском музее. У нас не хватило времени на то, чтобы осмотреть весь Пушкинский. В этом музее стоило бы провести пару-тройку дней. Мы лишь взглянули на коллекцию импрессионистов. Грандиозное впечатление. Невероятные картины. Все три картины Ван Гога. Ну и Гоген, конечно же, произвел на нас неизгладимое впечатление. Мне известно, что вы общались с Энди Уорхолом и даже поддерживали его. Как вам в целом поп-арт? Поп-арт — интересное направление, даже не знаю. Эти коллекции вбирают в себя интересные со всего света, и в том числе много из того, что окружает нас в Англии. И это по вкусу абсолютно разным людям. Людям различного уровня, и это здорово. Спасибо. Еще один вопрос. Ваше музыкальное увлечение, что вы слушаете? О, это может быть хип-хоп. Нравится много всего. Например, Warren. Мне нравится бразильская музыка и Beastie Boys. Какие сувениры вы все-таки выбрали? Шапки. Только шапки? Да, только шапки. Мы любим покупать шапки. А я купил часы с аббревиатурой КГБ. Давай вместе споем. Поют песню о прекрасном дне. Я себя чувствую звездой. Ты классный парень. Спасибо. Очень приятно тебя было увидеть. Где хотелось бы еще побывать? В Москве, но так и не удалось. Было бы больше времени, мы могли бы получить более глубокое впечатление в Москве. Туристы видят все очень поверхностно, а хотелось бы побольше узнать людей, поговорить с ними. Интересно, что они из себя представляют. Да, да. Я вижу много интересных возможностей. Вот вчера я видел по телевизору одного парня. Очень хороший голос. Он кричит, очень тонко кричит. И в видеоклипе у него жабры, как у рыбы. Мне не понравилось видео, но какой голос. Есть ли у вас консультант по имиджу и одежду, каких дизайнеров вы предпочитаете? У нас нет консультанта по одежде. Мы одеваем то, что мы любим, то, что нам нравится. И в чем нам удобно, это очень важно. Мы не кичимся именами, но если хотите, это Vivienne Westwood, Prada, Dolce & Gabbana. Есть ли у вас какой-то особый ритуал, который вы проделываете перед выходом на сцену? Да, мы даем интервью. А сразу после этого вот так вот садимся и распиваемся. А я выпиваю бокал красного вина и эспрессо. Иногда я беру и смешиваю эспрессо с красным вином и выпиваю. А я на это не смотрю и ухожу. А я иду в туалет и начинаю распиваться вот...
А я затыкаю уши. Каждый готовится по-своему. В общем, все для подготовки у вас есть гримерный. Да. Come on.
Скажите, вы в жизни только коллеги или вы еще и друзья? Мы вместе почти каждый день, так что скорее друзья. Звоним друг другу, например, обсуждаем футбольный матч. Да ведь, Ник? Не слушайте его, он врет. Они спортивные парни. Но, наверное, в большей степени мы команда. Что вы больше всего цените в женщинах? Жизнерадостность, самостоятельность. И некоторые женщины имеют еще такое качество, как вам объяснить. Они могут взять огонь на себя. Одним словом, успокоить. Это очень замечательное качество.
А сейчас будет кое-что, напоминающее о холодной войне. Ну что, до сих пор прохладно? Thank you.
С чего начинается творческий процесс? Как вы это делаете? Это сложный вопрос. Скорее всего, со звуков гитары, акустической гитары. Это очень легко для нас. Есть ли какие-то забавные истории? Нет, нет, у нас ничего смешного, нет ничего забавного. Мы очень мрачные и серьезные ребята. Знаете, как бывает, просыпаешься полночь, и приходит сумасшедшая идея в голову. Спускаешься вниз в студию, наигрываешь на гитаре, звонишь Нику и Уоррену, они приезжают и говорят: «Зачем ты нас разбудил?» Какой вопрос вас больше всего раздражает? Этот. Хорошо. Это обычный ответ? Да.
Девушки против ребят. Okay, fellas, here we go. No, no. Woo, pretty good girls. But yeah, together, everybody. No, no. Notorious. No, no. Notorious. No, no. Notorious.
Мы обязательно вернемся, но это будет не через 20 лет, а гораздо раньше. Увидимся.